Всем добрый день! Вы на канале «Все своими руками» и я с вами Анна. Смотрите, какой у меня в этом году вырос кизил. Вот такой крупный, сколько много розий растет. Очень. Смотрите. Смотрите, уже созревает и падает. Вот такие большие розии. По 5, по 6. Смотрите. Вырос очень большой. Витамины. Вот такой кизил. Витамины. Вот грозди. Смотрите, какие. Это кизил мой. 7 лет кизилу. На 7-й год у меня так плодоносит. Аж ветки погнулись. Смотрите. Смотрите, какой кизил у меня в этом году, друзья. Советую всем разводить кизил. Клад витаминов. Он постепенно зреет. Вот этот кизил. Витаминный клад молодости. Где 3, где 5, где 9. На основном много. Вот смотрите, грозди. Эта сторона еще зеленая. Вот грозди. Смотрите, очень много. Еще зеленый спеет вот пучками. Я их обрезаю, чтобы такие грозди были крупные. В феврале обрезаю. Сейчас я вам покажу, как я обрезаю. Вот здесь, как видите, обрезано. По бокам пошли. Вот 11 веточка, вторая. Посредине обрезана. Здесь тоже, как вы видите. Здесь тоже. И весной я здесь тоже обрезала. Вот. Обрезаю, прищипываю. На 1-2 сантиметра. Получается большой куст такой. Кустом растет. Поэтому такой урожай крупный. Все. Рассказала вам, как я ухаживаю за своим кизилом. Вот оно видно. Расхождение. Одно расхождение. Прищипнуло второе расхождение. А вот это почечки уже у нас. Как вы видите. Вот. Видите, почки. На следующий год. Вверх у меня прищипаны. Здесь тоже прищипнуло в июне месяце. А в феврале обрезаю, где не нужно. Вот гроздь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Грозди большие, созревает. Одна сторона еще зеленоватая. Одну уже собрали, как видите. Она собрана. Вот. Такой кизил. Крупный. Конечно, один недостаток. Яды созревают и падают. Вот такое дерево. Красивое. У меня плодоносит в этом году. Слов нет. Очень много ягод. Смотрите. Я довольна, что купила кизил. Нужно покупать 2 дерева. И будет все с витаминами. Каждый год понемножку стригу. И получаются такие плоды крупные.
Еще одно дерево тесил. Здесь ягоды немножко медленнее созревают, то и быстрее созревает. Уже буду сегодня собирать. Видите, тоже много грузди. Видите, какие. И посмотрите, а то у нас там живет. Вот. Если видно вам, кто поселился у нас. Птенчики. Вот, маленькие воробушки. Вот, хозяева. Пусть живут. Им тоже нужно жить. Помощники в саду. Вот такое дерево кизил. Кизил – целебная ягода. Продлевает жизнь и молодость. Растет 100 лет. Долгожитель. Применяют ягоды кизила при гипертонии, малярии, тифе, кожных заболеваниях, дизентерии, как противовоспалительное, мочегонное и желчегонное.